Мы на месте. Мы приветствуем Юрия, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Юрий полностью ящером захвачен. Ящер. Он меняется, то Юрий, то ящер. О, понятно, хорошо. Так, силы моего намерения вытягивая ящера, кидая в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Он рычит, кричит, не пойму, какие-то машет лапами. Где он? В клетке. Ящер. Считай цифру этого паразита над головой. 502. Я тебе предупреждаю. Мой от него идет слова. Что? Он мой. И от него как нити тянутся к Юрию. Ой, хорошо, он твой. Твой единственное, знаешь, что сейчас будет, ящер? В моих руках появляется шар живой плазмы. Я тебе это сейчас в рот твой засуну, в пасть твою, ящер. Если ты еще раз мне такое скажешь в моей комнате диагностики. Тебе это понятно сейчас, паразит? Он говорит, купил. Притянем и того, кто тебе продал. Даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Юрия под ногами 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, и ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Юрия, находит все. Выстраивая прямой канал от ящера к продавцу и притягивая в клетку-тюрьме, стоит в клетке-тюрьме мой заложник. Нет продавца. У него контракт с Юрием. У него контракт с Юрием. Значит, у него есть контракт. Хорошо. Юрий знает об этом контракте? Слышал о нем что-нибудь? Подозревает. Хорошо, Юрий. Будем разбираться. Добровольно это был контракт или обманом? Он говорит по моей слабости. Вы просили кого-то, какую-нибудь космическую цивилизацию, о помощи в ваших делах? Не конкретно ящера. Ну, пришел тот, кто услышал. Хорошо. Как у нас идет процесс, Вера? Есть кто-нибудь? Да, есть демон 11. Демон 11, хорошо. Еще кто? Суккуб. Суккуб. И дракон. Какой? Синий. Синий дракон. Еще кто-нибудь есть? Все. Какие цифры у синего дракона над головой? 12:36. Сколько находился в биополе синий дракон? 6 месяцев. Хорошо. Сколько находился суккуб в этом биополе? 4 года. 4 года. Сколько находился демон? У нас суккуб красивый такой. В высоких сапогах, блестящих. Ну пусть эту красоту при себе держит. Демон 3 года. Ты бесом пришел? Нет, демоном. Демоном, хорошо. Сколько ящер находится в биополе? 23 года. Вот это ты мне должен будешь сегодня объяснить. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать еще вопросы, и вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Юрия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе, энергии всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Значит, ящер, это ты рычал, да? Получалось так, что он на физическом плане рычал. Он понимал, что его найдут скоро. Если понимал, почему не ушел? Приказывал ему. Он связан с ним, он показывает. А, ну понятно. А что он ему приказывал? Не идти к нам? Да, отказаться. Отказаться? Ну, видишь как. Он отворачивал. И тем не менее, он дошел. И имеем теперь то, что имеем. Ты слышал о законе свободы выбора, право своей души на свои энергии, на свою жизнь и на то, что свободное распоряжение своими энергиями. Вот контракт, ты их он опять говорит про контракты, какие-то бумажки показывает. Я это думаю, не разбираться. Деньги, но какие-то бумаги. Будем смотреть на эти бумаги сейчас. Дойдем страх до них. И ребенок. Это 7-8. Это школа. Это страх у него со школой связан. И тут пришел дядя ящер. Успокоил его, дал уверенность. И сказал, что будет защищать его, да? Да. Сканер, просканируй полноту души Юрия на настоящий момент. 83. 83%. Где еще 17% ящер? Копии дел? Нет, у него есть коробочка с душой.
которым в контракте обозначил, да? Это не все, он еще забирал по частицам, по крупицам, микродозам забирал. Ну и какая цель была этого всего? Душа. И как ты его хотел довести, как бы его жизнь выглядела? Как выглядит жизнь без души? Овощ. Нет, не овощ. А как? Робот. Робот, согласен, да, выполняющий команды только. Реверс закончился. Хорошо. Установили фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Юрий возвращает все свое себе обратно. Синий дракон, ты присутствовал 6 месяцев. Чем ты занимался 6 месяцев в этом биополе? Интерес его привлек, а его развитие и поиск. Наблюдал. Не воздействовал, только наблюдал? Наблюдал только. Воздействия хватало. Тоже верно. Ревер закончился. Хорошо. Все убрали. Ревер закончился, начинаем с вытаскивания. Вот из синего дракона и начнем. Выходи, синий дракон, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад. Докладывай мне готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто может сгореть по каналу. Я вас предупредил. Демон, Хорошо, демон, а ты чем занимался 3 года здесь? На что провоцировал? На зависимость и грубость. Понятно. Хорошо, суккуб. Низкие эмоции. Твоя очередь, суккуб. Суккуб, выходи. Отключайся полностью, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Возвращайся назад. Скажи-ка мне, демон, есть ли лярвы в биополе Юрия? Почему-то на глаза показывает. У него как дикие глаза, черные. А чего там? Что это такое? Я такое еще не видел. Что это? Это не от ящера случайно? Это от ящера, и это страх. Страх. Его видно, страх. То есть он как меняются глаза у него. Понятно. Юрий, а чего вы боитесь? Может, сущности так влияли? Или... Уже ничего, но, видимо, в детстве боялся. В детстве, конечно, это все. Ну, 23 года, о чем говорить. Достал. Все. Хорошо. Демон, ты хочешь получить эти лярвы? Да, хочет. Тогда выходи сейчас, отключайся полностью, на месте доложи, что ты все снял. И после этого дам тебе отдельную команду. Приступай. Ну, демона на руках, веревки, на ногах утяжелитель. Он все, снял. Все усложнялось. Хорошо, разрешайте забрать эти лярвы. Забирай, ничего не забывай. Только в глазах, больше нигде? На руках есть темные. А на руках от чего? Затемнение. А от чего там на руках? От веревок твоих? Он показывает, что когда он нервничает, он какие-то движения руками делает, складывает их и трет. Хорошо, обращаем внимание, Юрия. Вот эти движения приводят к таким почему-то последствиям. Непонятно почему, но приводят. Готов. Все забрал. Хорошо. У ящера остались все подключки в биополе еще? Да, у него есть подключки. Вера? У него есть подключки. Слышь? Хорошо. Сейчас слышу, да. Хорошо. Даю команду сканер. Сканер, просканируй сейчас Юрия на чистоте ящера. Выведи все его подключки, отключай их полностью вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Все, что находится на этой частоте, выходит и формируется в шар перед Юрием. Пошел процесс. Это как синхронизация. У него очень много маленьких частиц, начиная с подошвы, в ног и наверх. Идут как тонкие-тонкие ниточки к нему. Хорошо, ждем, пока все выйдет. Готово. Хорошо. Сканер просканируй сейчас. Что-нибудь еще осталось на частоте ящера и других интерферентов? Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Юрия с ящером, демоном, суккубом и синим драконом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Синхронизация закончилась, но у них как фантомная связь все равно с ящером. Конечно, из-за контракта. Хорошо. Включаем внутренний белосвет Юрий 1, 2, 3. Юрий выдавливает из себя все негативное патогенное низковибрационное, находящееся в его биополе на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергии выходят и формируется перед ним шар. Пошел процесс. Из него выходят его мысли, потому что он не знает, где свои, где чужие.
Если большую часть жизни в нем живет ящер, это не совсем легко. И определить, где твои энергии, где чужие. Ну, выпустился мысль шар. А, отлично. Большой шар, да? Мячик. Открываю под ним воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Переходим к самой интересной части – расторжение контракта. Юрий, как вы поняли, вы заключили контракт с ящером в детстве. Он обманом подсунул вам этот контракт, успокаивая вас. Все дети чего-то боятся. Сейчас пришло время его расторгнуть. Вы готовы это сделать? Он, кстати, показывает человека. Это был человек. Какой-то дядя ящер, как он и сказал. Он показывает мысль формулу по да плечу. Ты что? Держит и что-то говорит ему. Ящер, ты что, материализовался в нашем мире или как это было? Нет, он сидел в другом. Ты сидел в другом? Искал замену. Понятно. И этот дядя пришел и, так сказать, все сказал твоими словами, да? Да. Понятно, хорошо, это мне понятно. Хорошо. Итак, Юрий готов. Начинаем. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Юрий на намерение. Он готов это сделать? Готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него вышел контракт с ящером и есть фантомный еще. Хорошо. Юрий, посмотрите содержание этого контракта. Вера, считай содержание. Условия какие? Защита на душу. А в обмен на душу. Понятно, хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью моей души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Душа возвращается. Вместе со спокойствием. А Юрий говорит, я действительно сейчас готов расторгнуть этот контракт. Если было бы раньше, я бы ничего не понял. Всему свое время. Ну, хорошо. 23 года, я думаю, достаточно. Отлично. Хорошо. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты вместе с фантомами, контрактами и отработанные контракты уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Сканер, просканируй полноту души Юрия. 100%. Отлично. Мы здесь закончили. Контракт аннулировали. У него в контракте даже не защита была, слова попечительства. В обмен на душу. Значит, тогда все убрали. Синий дракон. Буду отпускать. Я хочу получить слово синего дракона, что больше в это биополе никогда не придешь. Дает слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Суккуб. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо, демон. Готов уходить? Он хлопает в ладоши. Он под впечатлением от расторжения контракта. Хорошо. Хочешь получить эмоциональный фантом в дорогу? Хочет. Выходит эмоциональный фантом Юрия, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Низковибрационная имидж, сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но у него в рост человека такой груз вышел. Кошмар. Юрий, эти все энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не помогал на эмоциональном плане. Вы готовы от них избавиться? Конечно. Сворачиваете энергии в шар. Демон забираешь? Забирает. Отправляю демона. Он сказал, что там было все, что ты перечислил. Вот так вот. Хорошо. Готов он. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. У нас остался ящер. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя. У меня здесь 502 ящер с контрактом, который 23 года был назад заключен. И еще ребенком. Он чего-то испугался. Душа. И, так сказать, подошел ящер в теле другого человека и предложил ему попечительство в обмен на душу.
как мы выяснили в этом контракте. Мы все забрали, там было 17% души украдено в коробочке, и все вернули. Ящер кричал, что это его. Ну, я так не считаю. Забираем. Хорошо, благодарю тебя. А ящеру плохо без его энергии. Ну, как постарел, осунулся. Забрали. Причинно-следственная связь. Отлично. Клетка у нас пустая, Вера? Пустая. Поехали по частотам. Есть. Хорошо, Юрий, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? У меня ощущение, что душа благодарит. Слово идет «благодарю» изнутри. Душа ликует, радуется. Отлично. Юрий, наш администратор после сеанса перешлет вам рекомендации. Вам надо будет сбрасывать негатив, заправляться энергиями, читать манифест, вникать в каждое слово, работать над своей осознанностью. Это единственный правильный путь. После того, как вы сейчас чистые, без всяких контрактов, ваша душа на месте, и вам ничего больше не мешает. Очень рекомендуем вам, так сказать, прислушаться к своей душе. Уже прислушался. Я с удовольствием буду делать практики. Отлично. Хорошо. Будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии сейчас перешли на физический план. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Юрия в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.